Дай мне вселенная голоса. Прыгаю на массажное кресло. Майка, что ты опять это снимай-ка, мамка? Я расскажу свою реакцию на хейтеров, но не желая ей смерти. Вечеринка, вечеринка. Крис, причёс. Крис вообще на свидание собралась. Да, Крис сегодня крутая. Ну не говорите, что на свидание. Кто ходит на свидание в таком виде? Надежда заставляет биться сердце, что ж не пускай. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня влог, ваш любимый влог. Вообще, столько событий произошло за один день, который я не снимала влог. Реально, вчера я давала малого маме, убиралась дома, снимала видео, и, честно говоря, я решила, что я не буду отвлекаться на влог, и день проведу. Потом расскажу вам просто, что. Что я хотела сказать. Я покрасила волосы, за это время сняла видео. Я не знаю, выложу оно, какое видео я вперед выложу, это или покраску, что вы увидите. Покрасила две прядки. В общем, это отдельным видео, вы увидите. Я кайфую, мне нравится. Кстати, очень много критики говорят, что мамочки, они вот с синими волосами или с какими-то цветными прядями, или вот как-то так вот одеты вызывающе. Это типа не камильфо. Мам, как ты думаешь? У тебя дочь на стиле вообще? Да, на стиле. Вот. Главное, чтобы понравилось моей маме, как сказал Павел Воля. Золотые слова. Вот. Значит, дочь на стиле, я на стиле. Как я уже говорила, я себе самый жесткий критик, поэтому если я сказала «да», то я не знаю, что должны сделать другие, чтобы я поменяла свое мнение. Это надо быть очень мудрым, психологически подкованным и многое-многое другое, чтобы как-то повлиять на меня, ну и на других. Я, в принципе, не отличаюсь сильной жесткостью какой-то, просто аргументов очень мало и неубедительно, чтобы я что-то поменяла. Вот, дальше, что я хотела сказать. Лак. Я сейчас экспериментирую над новым лаком. Мне посоветовала одна из моих подписчиц, сказала, что она его пользует. Я не помню, честно говоря, лучше дом покажу вам. Я накрасила вчера днем им. Это я сейчас мою маму, я малой же тут с игрушками играет. Я вчера накрасила им днем, прекрасный цвет вообще откупила, такой мне очень нравится, мне кажется, он такой трендовый цвет. И вы знаете, пока что он держится замечательно, на следующий день обычно кончики уже в других лаках у меня немножко подстирались. Здесь замечательно, он очень быстро сохнет, потому что уже буквально через 10 минут я пыталась руками одеть обувь без лопатки. И все нормально, что очень хорошо. В общем, мы в этом влоге проверим с вами стойкость. Если он хотя бы 3 дня держится и не облупливается нигде на кончиках, то это уже зачетный будет лак. Вообще он типа гелем сделан. А дальше, что я хотела сделать? Ну, сушится без лампы. А что я еще хотела сказать? Сказать хотела, что я купила вот такую вот в фикс-прайсе косметичку. Вы знаете, она мне очень нравится. Я сначала так не обратила внимания, а потом что-то она меня приколола. И знаете, что у меня здесь лежит? Вот я собиралась к маме. У меня здесь пару памперсов и водичка. У мамы так-то все есть для малого. Вся еда, переодевалки. И она очень вместительная, я вам скажу. Я сюда еще много чего могу поместить. Ну и вообще она такая стильная. Ну я, в принципе, на стиле. Хочу показать, как я одета. Ой, все упало. Заколочка тоже из фикс-прайса, но я хочу купить другую. А эту, наверное, отдать своей племяннице. Уж совсем она детская для меня. Но мне опять все равно. Главное, чтобы мне нравилось. И нравилось это моей маме, да? Я вечно для нее маленький ребенок, поэтому ей вообще все нравится. С фикс-прайса кофточка. Она идеально сочетается сейчас с моими волосами. Сережки из Lady Collection. Прекрасный цвет бирюзы тоже сочетается. Ну, моя барсетка любимая. Естественно, без нее никуда. Шорты, которые я взяла, заказала в Шейне, замечательно сюда подходят. И с мармеладом мои шлепки, в общем-то, с каменьями. Вся эта канасть. Все, мы едем записывать песню, ура! Вот про эти вот босоножки я говорила из мармелада, кто еще не понял. Да, у меня цвет ногтей разный на ногах и на руках, ну потому что я в эксперименте вся. И еще, может, кто помнит, вот такой браслетик мне дарила одна из моих подписчиц. Он тоже сюда очень даже в тему. Вот мы потихонечку движемся к моей студии любимой, на стиль Маши. Вот. В прошлый раз мы так хорошо поработали. Честно говоря, у меня песенка немного не готова. В общем, там есть свои нюансы. Я не совсем вижу ее как бы в итоге. Но мы поработаем сейчас. И я надеюсь, что доведем все дома.
Я на месте, как всегда в потемках. Работа кипит. Настраиваем аппаратуру, я сегодня первая. Ой, дай мне вселенная голоса. Надежда и так заставляет биться сердце. Что ж, дай пускай мои мечты. Мы не сначала, но попробуем быть вместе. Я хочу скорее угадать между тобой и мной железные границы. Так скажи, хочу понять, как долго ты мне будешь сниться. В общем, записали песню, не две, а одну, потому что, в общем, там были свои нюансы, перезаписали моментики какие-то. Но главное, что все у нас было хорошо, замечательно, теперь я жду итог. Вообще, скинула себе демку, но не знаю, зачем я ее скинула. Надо смотреть все, когда уже будет огонь, зарево, как говорит звукорежиссер наш. Так, все, теперь я еду на массаж и домой. Все, я приехала, прыгаю на массажное кресло. Здрасте. После массажа у меня прям просто полный релакс. Релакс. Take it easy. Даже не отпилась. Нет сил петь. Знаете такую поговорку? Сейчас. Как всегда забыла, но там что-то такое. Не тратай меня, та-та-та, а то режиком за ножу будешь дрыгами нагать и мотою головать. Это как-то моя тетя мне в детстве сказала такую поговорку. Я так смеялась. Это когда языкалка заплеталась. Все, я побежала к маленькому, а то я уже вижу маленьких деток, и меня умиляют. Они хочу скорее поцеловать моего слоненка маленького. Мы пришли домой, я уже поубиралась, искупала малыша сразу. А как раз я пришла, он только проснулся и поел, так что нам еще не нужно. Дэн, ты что маму расческой бьешь? Вообще? Думаешь, мне не больно? Еле помыла посуду, просто не отпускает меня к раковине. Начинаю мыть посуду, он становится сзади, стягивает с меня всю одежду и пытается забраться на меня, как на дерево, и плачет. В итоге я помыла одну кастрюльку, пошла поиграла с ним. Только он отвлекся, побежала вторую кастрюльку мыть. Ну, короче, это жесть была. В общем, сейчас сделала свой кофе с мороженым, вообще такой классный. И хочу зайти в прямой эфир. А, кстати... Что у нас по лаку, да? Лак вот такой я обещала вам показать. Вот одна из подписчиц мне его рекомендовала. Я его когда увидела, я почему-то подумала, что это он. Я только название плохо помню. У меня номер... Какой у меня номер? Тут номер. Написано номер 423/314 крем. Крем. Вот. Если увидите. Я не вверх ногами показываю, нет. Вот. И что мы можем сказать? То есть я сегодня, вчера мыла посуду, сегодня мыла посуду, убирала, малого купала, то есть много что делала. Еще, знаете, так люблю иногда что-нибудь застрянет в зубе, там раз, ковырнула такая. Не знаю, кто этим страдает, но я точно, когда нет зубочистки под рукой и дискомфорт, от этого ногти очень сильно страдают на самом деле. И я вам скажу, ну просто они сейчас в идеальном состоянии. Второй день закончился почти, сейчас 8 часов вечера. И просто они идеальные. Я не знаю, что будет дальше, но, честно говоря, я просто ставлю на этот лак, я за него болею, вот так называется, да. Я очень хочу, чтобы он выдержал. И если он выдержит, я пойду туда и куплю все цвета, которые есть. Я его купила за 150 рублей. Там очень красивые нежные цвета, то есть нет таких ярких, красные, это, то есть, ну, я не увидела. Может быть, есть они у них, но там, где я брала, не было цветов. Там были все вот такие интересные, трендовые, мне кажется, цвета, очень модные. Прям я... Кайфую от этих цветов. Все, пошла теперь в прямой эфир. Увидимся в прямом эфире. То есть, кто был в прямом эфире, потому что это видео выйдет после эфира. Всем респектик! Всем доброе утро! А ко мне приехала Кристина в гости, и мы загораем. Наконец-таки она попала под солнце. Она вчера приезжала, но мы вчера на самом деле занимались, в общем-то, делами. И
не всегда мы выглядим так, чтобы прям супер-пупер, чтобы прям включить камеру и не напрягаться, не приводить себя в порядок. Иногда хочется так, ну вы понимаете, девчонки, да, расслабиться. И поэтому вчера я практически не выходила на связь, мы болтали, трещали. Кстати, вот под ногтями, не под ногтями, а на ногтях лак. Ну, блин, это четвертый день получается, да? Четвертый день лака. Вот на этой руке вообще все идеально. Ну, причем я вчера брала в руки ацетон, я стирала, малого опять же купала, мыла посуду, убирала. То есть взаимодействие с ногтями и руками постоянное. Готовила еще. Вот. А на этой немножечко, значит, на одном пальчике вот здесь вот содралось. И вот здесь сверху. И вот на большом чуть-чуть. Но это и с шеллаком бывает. Если аккуратно, на самом деле, не как я ногтями, да, пользоваться, то... Можно. Но я еще хожу, оно еще терпимо, носибельно, и поэтому я еще проверяю, тестирую дальше. Вот. Денечка мой уже тупает. Тупает, да, я рассказываю, что ты тупаешь. Ты молодец уже, мальчик мой, зайчик. Да, он хорош. Иди поцелуй. Иди поцелуй, мама. Готов. Ты мой зайка. Мамка, снимай-ка, что ты опять что-то снимай-ка, мамка. Мои щечунтры. Вот. Привет. Вот, в общем, вчера она пришла, кстати, было не солнце, был дождь. Я говорю, Крис, ты как приходишь, так тебе никак не удается на солнышко попасть. А сейчас мы пьем кофе, загораем. В общем, все у нас хорошо. Наконец-таки я вышла на пляж в этом году впервые в жизни. Да ладно. Впервые в жизни. Тут солнечно было. А, ну это же давно было. Не в этом месяце, да? Не в этой неделе. Ну, в общем, все, мы попозже вернемся тогда, поэтому у нас сейчас релакс. Сейчас я буду плавать в бассейне у Дэни. Ага. Я туда помещусь. Ага, он, кстати, заскочил сюда уже, такой перевернул тут все. Замерз, ветерок чуть подул, он такой, смотрит, что случилось. Я говорю, что, сына, замерз? Я его вытащила. Ладно, все, загораем, отдыхаем. Всем привет! День следующего дня. Малышня моя уже загорает. Залез на стул. И загорает. А, мы проснулись только, сейчас будем пить кофе. Кофе, хотел сказать кофе-чай, нет, кофе только. Просыпаться, потому что что-то мы рано сегодня встали. И сына, кстати, я его покормила 2:30 ночи последний раз, перед тем, как лечь спать. И вот я проснулась в 9, начало 10, и он даже играется и даже не просит у меня еды. Видимо, настают те деньги, когда... За всю ночь можно спать спокойно и ни разу не вставать. Сейчас я налью кофейку себе, я уже вот выставила все. Чего? А, и Кристине. Сейчас налью кофе себе и Кристине, конечно же. Какая-то штука. Мамочки, вы видите? Она прилетела и что-то жужжала здесь и ударилась об дверь мою и упала. Танечка, не упади. Тут у меня пакет, и вот тут у меня прихожая. Я тут на прихожке сижу. Ой! Летает. Она никак не улетит. Да, все, улетела. Все, кофе делать. Так, мы вернулись. Я уже пью кофейко. И некоторые из моих зрителей, Танечка, аккуратненько. Ну что? Аккуратно, я же переживаю. Некоторые из моих зрителей просили сделать мне видеообращение к хейтерам, там, да, или сказать мою реакцию на хейтеров. Я сейчас все сделаю сразу. Так, значит, сначала я обращусь к моим любимым зрителям и просто расскажу свою реакцию на хейтеров. Реакция у меня бывает абсолютно разная. И я стараюсь просто не читать, честно говоря, неадекватных людей. Вообще в своей жизни я держусь подальше от неадекватных людей. Меня окружают все нормальные люди. То есть я сразу избавляюсь от ненормальных людей. Я человек уже состоявшийся, уже 32 года будет все-таки через месяц, да, Крис? И, ну, как бы выросла я таким человеком,
который знает вообще, что хочет, что делает. И мало того, что меня очень сложно обучаемая, да, это нужно быть очень великим мудрецом, чтобы меня чему-то научить. Я из тех, кто сама могу что-нибудь показать, рассказать и научить. Поэтому, когда мне дают какие-то советы, которых я не нуждаюсь, конечно же, я на них никак не реагирую, и мне, честно говоря, ну, смешно бывает отчасти, особенно когда, ну, даже не важно, аргументированный, не аргументированный, потому что у каждого человека реально вот своя жизнь, свой взгляд, он прожил так или иначе, и большинство людей на самом деле имеют взгляды какие-то просто нелепые, реально смешные. И исходя из этого мне дают какие-то советы. Я думаю, что главным ориентиром в жизни человека, да, равняться на него, не равняться, слушать его, не слушать, это то, как он живет. Для меня главный ориентир – это если человек счастлив и при этом не приносит никому вреда. Я вот, честно говоря, безобидная. Мухи не обижу. Ну, разве только если она на сына полетит. Комар, да? Полетит в рот сыну, я ее убью просто. Сядет на плечо. Просто сядет на плечо, я убью эту муху. Но не желая ей смерти. И при этом, ну, я хорошо себя чувствую. Зачем меня исправлять? Что? Зачем мне навязывать какие-то комплексы? Что я не должна красить синие пряди, розовые пряди? Что я должна вести себя, одевать длинные юбки, одевать паранджу, вы еще скажите, от того, что я стала матерью? Ну, это уже плавное видеообращение к хейтерам. Конечно же, я никого не слушаю. Девочки, не переживайте, я снимать видео не перестану. Хейтеры — это слишком маленькая такая вещь, чтобы заставить меня вообще в своей жизни что-либо изменить. И я даже более того скажу, я буду снимать сейчас видео еще более жестче, как раньше я снимала, на чем вырос мой канал, на челленджах, на сумасшедших видео, где я ржу как идиотка и делаю сумасшедшие вещи. Я прикалываюсь в жизни, мне это нравится, и я буду продолжать так и делать. И если хейтеры повлияют на меня как-то, то это на то, чтобы только я культивировала в себе все эти качества сумасшествия и радости в жизни. Так что все будет хорошо. Люблю вас. Еще сказать хотела момент именно моим зрителям, моим постоянным, потому что я понимаю, какие люди меня могут смотреть. Реально, когда мне пишут комментарии, вот какие-то такие, знаете, не просто там, ну ты хорошая, супер, это, конечно же, приятно, да, но бывает еще человек и пишет детально, что именно ему понравилось, что именно его привлекло. И знаете, о чем это говорит? А пишут просто душещипательные, честно говоря, вещи. Это говорит о том, что это все внутри этого человека. И когда я это читаю, я понимаю, господи, какой нереальный человек мне пишет. Ничего себе, что он видит вообще. Да, может быть, я и не такая, но он видит это. А это значит, что у него вообще есть пространство внутри и возможность в его голове видеть это прекрасное вокруг. И это супер. Это говорит о том, что меня смотрят офигенские люди. И эти люди мои постоянные зрители. Ради вас я все делаю. Ради вас я не перестану снимать. Никогда. Пока смерть не разлучит нас. Ну, еще пугаются такие вот. А так только, ну, не только тебя будет пугаться. А так пусть знают, что это... В тренде. Что сейчас очень модно, все естественно. Не надо стесняться. Да, если вы смеетесь... Не надо смеяться. Ой, нет, стой. Осай, там машина. Ну вот они, мои крошки, собрались все вообще у меня. Пока не стукнуло 12, и они не умылись, я решила их снять. Я всегда так выгляжу. Я не знаю, о чем говорит эта девушка. Она всегда прячет. Пришла ко мне в гости, взывает. Всегда прячет свою красоту за занавеской постоянно. Смотри, какие шикарные. Кто? Подружки у меня. Думала. Что ты думала? У Криса прическа. Крис вообще на свидание собралась. Да, Крис сегодня крутая. Ну не говорите, что на свидание. Кто ходит на свидание в таком виде? Нормально. Она идет на картинге. У нее скоро будет влог. Так, ничего не достала. Смотри в рот. Не-не-не, все. Ничего не успела достать. Кристина еще никак не может привыкнуть, и она оставляет свой маленький рюкзачок открытым. Я никак не могу привыкнуть, что у нее такие вот яркие ногти. Как она... показала их. У меня наоборот. Я купила, кстати, новый лак, новые цвета этого лака. А Кристинка намазала лаком из фикс-прайса. Из фикс-прайса. Ногти не слезли? Нет, ногти тоже не накрасила, это тоже натуральный мой цвет. Ледок, у тебя как дела, расскажи. 100 лет тебя не видно было. Да все отлично, хорошо у меня. Жарко сегодня было. Да, она вышла ко мне в гости, потом говорит, я вышла и подумала, зря я, наверное, это сделала. Подвиг сегодня совершила, да.
Да. Ну что, Крис, пожелаем тебе удачи, чтобы у тебя все прошло замечательно, картинги. Чтобы я выиграла. Первый раз на картинге, да, мы тебе желаем победы. В этой жизни. Просто... Пиши, звони, все рассказывай. Да, пиши, звони. Ну, все, мы тебя ждем, иди. А у меня желтые какие-то девчонки. Сейчас Кристина кусочек лога снимет. Так, ну что, мы уже столько дел попеределали, включаемся, когда Леночка уже уходит. Я ее, кстати, сегодня подстригла, я ее подровняла кончики, она повернись задом, покажи. У нее ровные кончики, она мне рассказала, как, и я, в общем-то, по ее инструкции вот ей сделала волосы ровно. Сама я тоже хочу, кстати, сделать розовые, ой, розовые, ровные кончики, но я... Одну длину это называется. Одна длина, да. И, ну, я попрошу об этом одну свою подругу, она мне вообще мастер на все руки, она парикмахер профессиональная. Не за что. Все красотка с живыми кончиками бросает нас. А мы будем сушиться, валяться, играться. Приходите в гости. Еще. Все. Прощается с вами. Всем пока. Лена ушла и в итоге возвращается обратно. Остается у меня с ночевкой. У меня сегодня Кристина и Лена с ночевкой. Кайф, я люблю такие женские посиделки. И один наш мужчина прекрасный будет с нами. Я вернулась. Ты что, вернулась, красотка? Заходите, заходите. Да, я прихожу, она уже с камерой поняла, меня снимает, что я вернулась. Мы просто только попрощались. Ночуем, вечеринка. А мы с Ленов, короче, накрутились. Я на трубочке видео снимаю, а Лена накрутила на вот такие жгутики. Как помните, я крутила себя. В общем, она захотела тоже быть кудряшкой. И, кстати, я решила так, что мы с вами попрощаемся, а результат наших накручиваний, а точнее моих накручиваний, вы увидите в видео про накручивание. Так что я с вами прощаюсь, и мы будем готовиться ко сну. И спокойной ночи. Знайте, что я вас очень-очень сильно люблю. Надежда, так заставляет биться сердце, что ждать, пускай мои мечты, мы изначально.